Много лет жители дома номер 5 по улице Молодежной в селе Луговое боялись каждого дождя и снега. Худая крыша не ремонтировалась с 1986 года. Тогда был сдан сам дом. В 2013 году крышу признали аварийной, однако ремонтировать не спешили. По признанию жителей, все квартиры второго этажа затапливало после каждых осадков. В 2019 году, как бы, наверное, судьба послала нам счастливый такой момент, что нам пообещали сделать крышу. И крыша была запланирована на 2020 год, как бы на второй квартал, ремонт крыши. И в декабре месяце вдруг приезжают к нам строители с подрядной организации. Они были посланы, значит, управлением ЖКХ по строительству и фондом модернизации к нам. И сказали, что крыша будет у нас сделана. По словам рабочих, основные перегородки кровли держались буквально на честном слове. По программе капитального ремонта обновили стропильную систему, восстановили дымовентиляционные каналы. Покрытие выложили из профилированного листа. На крышу установили новую систему снегозадержания и ограждения. У нас есть ряд проблемных вопросов по поводу крыши по улице Молодежной номер 4, которая у нас на контроле. В любом случае, это позитивный момент. Поселок Луговой, он должен развиваться, он должен обновляться. Останавливаться на достигнутом жители не собираются. В планах обновление фасада здания, благоустройство прилегающей территории и установка детской площадки. Анна Тищенко, новости Управда ТВ.